Меня зовут Голосюк Евгений. Это проект «География России» на канале «Вселенная Beautiful World». И сегодня мы приехали на Самбекские высоты. Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был открыт в 1980 году у села Самбек в Неклиновском районе Ростовской области. А в 2015 году здесь был заложен первый камень, фундамент нового музейного комплекса. Официальное открытие Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны состоялось 30 августа 2020 года. Так почему это значимое место в истории Великой Отечественной войны? Что здесь происходило? Какие подвиги были совершены? В годы Великой Отечественной войны на территории села Самбек проходила укрепленная оборонительная линия вермахта «Миус-фронт», названный так по реке Миус. Этот рубеж появился в конце 1941 года. Бойцы Красной Армии предпринимали неоднократные попытки прорвать немецкую оборону, однако получилось это сделать только в августе 1943 года. По официальным данным, в ходе боев на линии Миус-фронта с полей сражения не вернулось более 800 тысяч советских солдат и офицеров. Во второй половине августа 1943 года войска Южного фронта пошли в наступление и атаковали противника, прорвав немецкую оборону в районе правого фланга Миус фронта. В течение 10 дней здесь велись ожесточенные бои с захватчиками, в результате которых 30 августа был освобожден Таганрог и близлежащие населенные пункты, в том числе село Самбек. В этих боях участвовала 130-я и 416-я стрелковая дивизии. Причем последняя на 90% состояла из азербайджанцев. Именно они в половине 6 утра 30 августа 1943 года при поддержке 6-й гвардейской танковой бригады вошли в Таганрог, чтобы улицу за улицей очистить от фашистских захватчиков. За этот подвиг Иосиф Сталин отдал приказ присвоить обеим дивизиям, отличившимся при прорыве Миус-фронта и освобождении ростовской земли, звание «Таганрогские». В 1980 году в честь 35-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Самбекских высотах был открыт величественный монумент. Две бетонные стены, на которых высечены фигуры солдат, бесстрашно идущих в бой за свою родину. Это работа бакинского скульптора Эльджана Шамилова и ростовского архитектора Владимира Григора. В церемонии открытия мемориала славы принимала участие азербайджанская делегация, возглавляемая Гейдаром Алиевым, будущим президентом Азербайджана. В 2014 году стало известно о планах по созданию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Для воплощения идеи в жизнь в 2015 году был создан благотворительный фонд, чтобы собрать всем миром деньги на строительство Народного музея. За несколько лет работы фонда ему удалось собрать более 745 миллионов рублей. Но даже хорошая идея не обошлась без добровольно-принудительных взносов. Как водится, бюджетникам прислали разнарядки.
пожертвовать в фонд строительства мемориала «Дневной заработок». Частным организациям тоже настоятельно рекомендовали принять финансовое участие в музейной стройке. Просьбы скинуться на памятник за годы его строительства звучали не единожды. Люди тихо возмущались, но сдавали деньги в фонд. Также на создание музея выделялись деньги и из бюджета Ростовской области. По приблизительным подсчетам, общие затраты на мемориальный комплекс составили более 1 миллиарда рублей. Созданный на этой кровью политой земле военно-исторический музейный комплекс призван вернуть имена героически павшим воинам, напомнить о дружбе народов, которая сложилась под огнем врага, защитить общую для нас историческую правду. Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбикские высоты» сегодня встает на защиту этой памяти. Этот крупномасштабный проект задуман как прививка от лжи о роли народа в СССР в борьбе с фашизмом. Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, которые изменили мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Мы будем помнить всех, кто погиб в боях и в оккупации, приближая Великую Победу. Современные Самбекские высоты должны стать нашей линией обороны в сердцах и памяти молодежи, не только нынешней, но и будущей. Для этого есть на кого опереться. В одном строю мы вместе с нашими ветеранами. Именно ветеранские поисковые отряды организации подали идею создания этого музея. И мы выполнили наказ ветеранов. В год памяти и славы, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы построили наш музейный комплекс. На Самбекских высотах появился музей и выставочный комплекс, аллея героев с памятником солдату, аллея памяти и монумент журавли. Интерактивная площадка с окопами, блиндажами и военной техникой, а также часовня. Донской военно-исторический музей – главная выставочная площадка комплекса. В 6 залах последовательно раскрывается история Великой Отечественной войны с акцентом на события в Ростовской области. Первый зал знакомит с политической обстановкой накануне войны и рассказывает о первых днях сражений. Второй и третий залы посвящены самым тяжелым событиям – крупным боям и освобождению Ростовской области от немецких войск. В четвертом зале раскрываются подробности возвращения к мирной жизни, постановление хозяйства и производства. Пятый и шестой залы носят мемориальный характер. Экспозиция знакомит публику с героями войны и предлагает посмотреть книгу памяти. Военно-исторический музей на Самбекских высотах наполнен мультимедийным оборудованием. Посетители могут увидеть интерактивные карты реконструкции, медиарамы, инсталляцию «Расстрельная стена» со звуковым сопровождением, кадры из кинохроники и многое другое. Thank you.
Сад Победы был заложен осенью 2018 года. На площади более 6000 квадратных метров высадили вишневые деревья, яблони, дубы, сирень. Сад Победы является символом освобождения Ростовской области от немецкой оккупации и победы в Великой Отечественной войне. В конце парка, ближе к зданию администрации, располагается скульптура художника Сергея Олешня «Высота народной памяти», также известна как «Журавли Самбекских высот». 12-метровый монумент представляет собой пилон, с вершины которого взмывает в небо стая журавлей. Возле Сада Победы располагается аллея памяти, посвященная всем погибшим в ходе Второй мировой войны. Начинается аллея с монумента, на котором высечены строки стихотворения Владимира Высоцкого «Братские могилы», а заканчивается памятником победителю. Скульптура выполнена в виде преклонившего колено солдата, опирающегося на автомат. Высота памятника вместе с постаментом составляет 3,5 метра. Между зданиями музея и информационного центра тянется каскадная композиция «Река жизни». Сооружение состоит из системы бассейнов, расположенных в виде ступеней, что позволяет воде переливаться между ними. По задумке авторов, «Река жизни» символизирует быстротечность времени и долгую память. Начинается композиция от пешеходного моста и зоны парковки. В конце каскада стоит часовня в честь Воскресения Христова. Площадка «Прорыв» – это выставка военной техники под открытым небом, где демонстрируются артиллерийские и зенитные орудия времен Великой Отечественной войны. Модели немецких танков «Тигр» и «Пантера» – они, конечно, не настоящие. А вот советская техника представлена оригинальными машинами. Танк Т-34 образца 1942 года, Т-34-85, Т-26 и множество другой техники. В северной части комплекса «Самбекские высоты» находится информационно-выставочный центр. Крупная площадка с конференц-залами, экспозиционными комнатами, лабораториями. Здесь планируется проводить временные выставки, фестивали, торжественные церемонии и другие события. Недалеко от центра можно увидеть амфитеатр с открытой сценой, оборудованной световой и звуковой техникой, кинопроектором. Она позволит устраивать кинопоказы, концерты и спектакли. Слева от амфитеатра установлен самолет Як-1Б, на котором летала легендарная Лидия Литвяк, герой Советского Союза, летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант. Была одной из самых результативных женщин в годы Второй мировой войны. Это на первый взгляд хрупкая и милая девушка. Посвятила всю себя борьбе с фашистскими захватчиками и сделала невозможное. Поскольку военно-исторический комплекс «Самбекские высоты» строился на народные деньги, после открытия было принято решение, что до конца года его посещение будет бесплатным. Однако уже в октябре 2020 года на сайте мемориала появился прейскурант цен, и при входе стали продавать билеты, что вызвало возмущение жителей области. Городские власти объяснили платный вход необходимостью содержать штат сотрудников и обслуживать комплекс. Поэтому сегодня вход на Самбекские высоты платный. Плату за вход на саму территорию после многочисленных обращений жителей Ростовской области, также и общественников, и поисковиков, отменили. Теперь к воинским захоронениям можно будет пройти бесплатно. Но посмотреть экспозицию Донского военно-исторического музея, входящего в комплекс, можно будет только за деньги. Отдельно заплатить придется и за экскурсию по комплексу. Подводя итог посещения мемориального комплекса и военно-исторического музея, мне хочется добавить, что экспозиция музея представлена очень много экспонатов, которые не относятся к самой битве. Видно, что собрана экспозиция непродуманно, много новодела. И что меня сильно поразило, это экспонаты, которые относятся к армии Вермахта. Их там действительно очень много. И сама экскурсия начинается с истории немецкого солдата. Посещать музей или нет, конечно, решение принимать вам. С одной стороны, это история и память, а с другой... Друзья, до новых встреч! Обязательно оцените это видео, оставьте комментарии под видео, поделитесь этим видео в социальных сетях.
До новых встреч. Всем пока.